друзья! И сегодняшний наш день продолжает прекрасный видеообзор знаменитого легендарного мотоцикла в туризме Kawasaki KL650RE. Это прекрасный туристический мотоцикл, который славится своей простотой, своей динамикой и мощностью. Самое главное, что хотел бы я отметить как обыватель, как обыкновенный мотоциклист, это его вес. Я его легко могу положить на мотоцикл и легко могу поднять, друзья. И это прекрасно. Ну что, хочу заметить, широкий багажник, на который мы можем закрепить кофры, какие-то вещи. Широкое крыло, которое не позволит закидать нашу спину грязью. Обратите внимание, подвеска нового типа уже. Ну что, из приятных вещей, защита картера двигателя. Обратите внимание, декоративные большие лопастя боковые, которые защищают радиатор и загребают воздух. Также морда плавно переходит, прекрасная обтекатель с коротким декоративным стеклом. И несмотря на это, короткая морда довольно-таки прекрасно защищает пилота. Есть камышовки, можно ездить по камышам, прекрасно, по кустам. Итак, друзья, продемонстрирую работу этого мощного туристического мотоцикла. Итак, друзья, обратите внимание, приборная панель у него аналоговая, вся в стрелочках. Производим запуск. Прекрасно. Ну что, друзья, мотоцикл в своем роде туристический, мягкий и удобный. Посмотрим, на что способен этот красавец. Прекрасно играет вес мотоцикла. Он тяжелый и прекрасно ведет себя в заносах, в управляемых заносах. То есть вес, оборудование двигателя, мощность двигателя позволяет полностью контролировать данный мотоцикл. Итак, прекрасный мотоцикл для пересеченной местности. Kawasaki KLR 650. Друзья, торопитесь, потому что природа ждет вас.